Привет-привет! Как у вас настроение, как погода? У нас вот в Владивостоке еще снег идет, хотя и апрель месяц на дворе. Зима совершенно не хочет уходить. А я все продолжаю знакомить себя с кавказской пряжей. У меня остались вот такие желтые пухляшки. Это 50% акрил, 50% шерсть. Я долго думала, что же мне из нее вязать. Что она такая прям, если кому-то не нравится колючесть, эта пряжа не понравится. Потому что она такая прям, даже после ВТО, я вам скажу, она мягче-то и не стала. Вот, решила я себе вязать кардиган. Ну, что-то среднее, наверное, между кардиганом и пальто. Как раз на такую погоду, когда вроде не зима и не весна. Да и тем более у нас тут постоянные ветра, то есть я еще успею в апреле его поносить. Даже если не успею, уже на осень будет гардеробчик у меня обновленный. В общем, вот. Связала я три образца. Сразу скажу, обычная вязка мне не понравилась, так как полотно, оно поплыло. Вязала я на спицах номер 4, вот этот образец. Оно, видите, поплыло, и ВТО это дело не спасло. То есть оно перекосилось. Потом взяла я вот этот узор и вот этот. Здесь я тоже вязала их на спицах номер 4. Мне понравилось. Причем вот этот он грубоватый такой вот. Грубоватый. В плане он прям вот, ну, грубоват. А вот этот, он уже помягче узор, жемчужный. Я его и выбрала на кардиган. Буду им вязать. То есть я уже вяжу вовсю. Скоро уже буду закругляться. Вот, и в итоге, в общем, я вяжу кардиган номером 6. Не знаю, почему я так решила. Я еще туда добавила ниточку шелковую, у меня оставалась тоже такая бледно-желтенькая. И я туда ее добавила. Захотелось мне так. Вот, вяжу я кардиган на размер 48-50, потому что у меня нестандартная фигура в плане того, что у меня грудь. Кормящие мамы поймут особенно. Вроде везде все такое хорошенькое, 48-го размера, а грудь бах и 50-го. Но это так, отступление от темы. В общем, пока вязала образцы, я вообще не думала, что в итоге я сяду и свяжу себе кардиган из нее. Потому что может, я не умею вязать из этой именно пряжи. Я больше люблю хлопок, все такое прям нежненькое. Но пухляшики тоже такие хорошенькие, я вам скажу. Хорошенькие. 50 акрила, опять же, 50 шерсти. Нормально, нормально. По сравнению с Марго, Марго, если узлами шла вся, мотки все с узлами, то здесь еще мне ни одного узелка не попалось в моточках. Я не скажу, сколько здесь метраж, потому что я брала ровно килограмм, они мне намотали по 100 грамм моточка. Ну, так удобнее транспортировать, опять же. И вязать, опять же, удобней. Все намотали, молодцы. Я сайт оставлю ссылочку, где я брала. Возьмете, там у них, кстати, такой ассортимент, они прям расширили, молодцы. И хлопка много добавили, и спицы, и крючки, и, в общем, и цены, в принципе, нормальные. Вот, сейчас я вам покажу начало своего кардигана. Вот. В общем, вот, вяжу я свой кардиганчик. Размер у меня 48-50. Как бы здесь еще будет ворот у меня, который будет на брошь. То есть шея будет закрытая. Рукава еще думаю, либо вязать таким же узором, либо же я буду это делать в виде колокольчиков, то есть вязать-вязать, и на каком-то моменте, ближе уже к запястью, будет резинка. Я еще не решила. Вот, вяжу я на спицах номер 6, и мне даже нравится больше на этих спицах этой пряжи вязать, чем на четверке и на пятерке. В общем, вот, мнение у меня до сих пор неоднозначное. Что мне нравится, то что при вязании ниточка не цепляется, не выбивается ничего. То есть скрутка хорошая, считаю. И узлов нет в мотках. Что радует. В общем, вот. Он не будет свободный. Как бы оверсайз.
Сейчас вообще все дома даже такие громкие, как Армани, там. Габаны всякие. Они сейчас тоже все это свободное, все такое висячее. Прям сейчас высокая мода проходит. Вот они там все это показывают. У них все такие вязаные модели. Что-то они все прям в это дело пошли. Прям именно все свободное. В общем, вот. Потом уже сниму видео, когда уже полностью все свяжу, покажу, как он на мне будет сидеть. И опять же думаю, как низ вязать. Еще не решила. Либо я буду закруглять его, круглым делать, либо сделаю прямой, тоже еще думаю. Как мне его сделать, непонятно. В общем, все в процессе, все в процессе. Вот такой вот у меня процесс идет. Ну вот, пока-пока я довольна. Что будет дальше, посмотрим. Ну все, спасибо. Не забывайте ставить вверх-вниз пальчики. И я буду рада, если кто-то вяжет из этой пряжи, оставить мне свой комментарий. Может, они как-то ухаживают за ней по-особенному или вяжут как-то, ну, по-другому совершенно из этой пряжи. Мне очень важно, потому что я говорю, что больше я с этой пряжей не свяжусь. Ну все, всем удачных выходных, праздников. Пока-пока.